всем выходного доброго утра. Я собралась с позаранку на клубнику. Вот когда, знаете, на ферму едешь и собираешь клубничку. Так я вот захотела туда съездить. Сейчас жду, подруга приедет ко мне. У нее маленький ребенок, она тоже хочет показать, как клубничка растет. Вот поэтому мы поедем. Я на этой ферме уже когда-то была, и она была очень вкусная. Сейчас не знаю, 2 года прошло. Что там с этой клубникой? И сегодня так хорошо, вот солнце не жарит, не шкварит. Это где-то ехать минут 40-45. Там природа очень красивая, там очень прикольно, так знаете, проехаться, просто релакснуть. И мы взяли что-то перекусить с собой, кофе сварили. Вот сейчас они за мной заедут. Она с маленьким ребенком, с дочкой. Вот. И посмотрим, пособираем этих ягод немножко. Что-то хотела еще сказать. Вылетело из головы. Короче, едем за клубникой. А, хотела рассказать цены. Там корзинки такие дают, белые, пластиковые. Туда помещается, где-то приблизительно взвешивала в прошлый раз, где-то около 4 паундов, это где-то 2 килограмма в корзинке, $14. Они с этой корзины тебе отдают, ты ее тоже забираешь, там уже стоимость включена. И набираешь сам, сколько тебе там помещается в корзинку. Люди, как обычно, знаете, по самую ручечку набирают, что уже взять нельзя. Но они немножко делают замечания, как бы, что так не надо делать. Но ты можешь есть. Гербис выскочил. Но ты можешь есть тоже там на месте, сколько хочешь. Так что едем. Включу уже трансляцию оттуда. Собираешь ягодки? Нет, у меня добрые полонечки. Полонечки смачные, правда? Так, ну, ой, смачные, червоні. Но дуже маленькие. А людей мама не горюй. Мы немножко поздно приехали. Все это мелочь осталось. Там еще малина есть. Все топчутся, все с детьми. Очень много такой мяты, знаете, когда ногами помяли уже походи. Хочешь до мамы? Хочешь все есть? И будешь подвигать это запутанное уже. Мы насобирали, я собрала 2 корзинки. Ну, вот такого размера, смотрите. Ну, тяжеленькая, да, 2. Я думаю, здесь больше, чем 2 килограмма. Ягодка. Все, ждем маму. Мама, 3 корзинки. Сейчас мы тоже возьмем еще. Еще по одной, еще пойдем. Я на голову ничего не взяла. Жарко, страшно. Голова кружится, все, раком стоять. Она мелкая, но она очень сладкая. Вот. Вот такая вот очень сладкая-сладкая. Фу. Народу просто тьма. Я когда-то приехала сюда в будний день. Здесь так было круто, людей совсем не было. Вот малина у них есть. На малину мы тоже ездили. Маленькие коробочки, я помню, были по $11. Это вообще невыгодно. Тетя, чего? Тетя собирала. Она уже столько села, что у нее пузо торчит. Ешь, конечно. О, мама. Мама гребе с 3 відрами. Мы тут бавимся. О. Так. Сейчас я наела. Ой, дяк, я не. Там в неї уже пузик торчит. Да. Взяли мы еще по одной корзинке и зашли совсем на пустую плантацию. А здесь, ну, вот смотрите, как помидоры. Да. Она большая, но на вкус она не такая сладкая, как-то мелкая. Но мне уже просто нервов не хватает это собирать. Эту мелочь я уже решила. Наберу одну корзинку вот этой большой. А здесь тоже разная она есть и помелче.
Ой, кошмар, знаете, голова кружится. Сидишь, в этой клубнике поднимаешься, и голова начинает кружиться, в глазах темно. Как так забыть? Забыла на голову что-нибудь прихватить. Ну, это сейчас быстро очень будет. Это корзина. Ревень уже у них есть. Не ревень. Я не знаю, я не думала, что в Америке какой-то вот этот вот фетиш с этим ревнем. Как они его готовят, как они его едят, эти американцы, я не знаю. Но на каждой ферме он есть, и они его покупают. А! Хорошо! Малины здесь много. Да, я уже говорила. Красиво здесь. Немножко поменялось. Я 2 года назад была. Немножко по-другому. Парковка намного больше уже. Смотрите, как красиво. Ягода чистая. Спокойно кушаешь. Спокойно кушаешь не мытую и не поносишь.